Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре мы разберем конструктивные и схемотехнические особенности печатной платы лампового фонокорректора Эквалайт. Разбирать принцип работы этого устройства мы будем на примере печатной платы Эквалайт уровня премиум. Она выполнена из стеклотекстолита толщиной 2 мм и толщиной проводников 70 микрон. Также есть платы уровня экстра с медной фольгой 100 микрон и уровня стандарт с фольгой 35 микрон. Печатные платы стандарт доступны в виде набора деталей для самостоятельной сборки, а печатные платы премиум и экстра только в собранном виде. Ссылки на все эти платы доступны в описании. Схема корректора Эквалайт состоит из трех основных каскадов. Первый каскад построен по схеме СРПП и выполнен на радиолампе 6N24P. На выходе каскада стоит разделительный конденсатор, после которого следует сосредоточенная цепь реокоррекций. Затем сигнал поступает на каскад усилителя напряжения, выполненный на радиолампе 6N2P. В этом каскаде есть возможность использования радиоламп как 6-вольтовой, так и 12-вольтовой серии. Выходной каскад имеет непосредственную связь с усилителем напряжения. По сути, эти два каскада представляют собой каскадную схему. Затем сигнал через разделительные конденсаторы поступает на выход. Сюда возможно поставить любые конденсаторы как старого советского, так и зарубежного производства. В следующих видео, посвященных фонокорректору Эквалайт, мы подробно рассмотрим все конденсаторы, которые возможно использовать с этой печатной платой. На плате собран источник питания с двойной стабилизацией накала и анода. Источник анодного питания состоит из выпрямительного моста с емкостным фильтром, источника опорного напряжения на стабилитронах и мощного регулирующего транзистора. Затем питание поступает на основную плату, где симметрично разделяется на два канала. В каждом канале установлена общая развязка и покаскадные развязки. Также для первого каскада усиления есть дополнительная стабилизация по анодному напряжению. Выпрямитель питания накала собран на быстродействующих диодах Schottky. Затем идет фильтр и первичный стабилизатор накала на 8 вольт. После этого вторичный стабилизатор накала на 6,3 вольта. Далее фильтр на сверхдолгоживущих конденсаторах с низкой утечкой и общей емкостью 8000 микрофарад. В следующих наших видео мы покажем сборку лампового фонокорректора Эквалайт, подробнее остановимся на комплектующих, используемых в этом устройстве. А сейчас спасибо за просмотр, выбирайте и собирайте.